паспорт с визой, таможенная декларация, бронь гостиницы, обратный билет. Вот и все, что обычно просили на границе у тех, кто прилетает в Соединенные Штаты. И дальше обязательная в таких случаях фраза. Мол, добро пожаловать, формальности завершены, но теперь все может быть по-другому. По крайней мере, такие планы огласил член команды Трампа, новый министр внутренней безопасности страны Джон Келли. Он считает, что раз времена нынче неспокойные и президент огласил миграционное новшество, то ко всем, кто собирается в Соединенные Штаты, нужно присматриваться внимательнее. На своей первой пресс-конференции Келли не стал раскрывать все карты. Сказал, пока это только планы, но того, что он уже сообщил, оказалось достаточно, чтобы пресса ахнула. Ведь Homeland Security планирует серьезно усилить проверки и при пересечении границы, и при подаче документов на американскую визу. Когда кто-то приходит и просит рассмотреть вопрос о выдаче визы, понятно, что нужно учитывать, какие веб-сайты он посещает, возможно, какие-то контакты в телефонной книжке, ну, чтобы мы видели, с кем говорим. Опять же, вопрос пока в разработке, но это те вещи, которые нас интересуют, в том числе и социальные сети. Логику Келли выяснила пресса. А она проста. Мол, как еще понять, что тот, кто просит визу, не выдает себя за другого, кроме как прошерстить его страницу в Фейсбуке? Родственников в Штатах в анкете не указал. А вот же они, родимые. На совместных фотографиях. Написал в анкете, что менеджером работаешь. А почему тогда в соцсети совсем другое указано? Предполагается, что и при пересечении границы офицеру дадут право задать не только стандартный вопрос. Цель вашего визита? Каникулы. Ну и поинтересоваться последними СМС в телефоне. Мол, не писал ли, что теракт планируешь? И недавними постами в интернете. Это правило действует в Америке очень давно. Даже если есть виза, то единственный человек, который может принять решение, пускать ли в страну, это иммиграционный офицер в аэропорту после прибытия. И если он сочтет что-то подозрительным, может запросто отказать во въезде. И вот теперь, когда новшество заработает, кто даст гарантию, что если ты в Фейсбуке что-то не то про Трампа написал, для бдительного служителя порядка это не станет основанием не пустить в Америку? Отмечу, что пока все идеи нового главы внутренней безопасности США только планы. И, возможно, проверка соцсетей будет не для всех стран. Возможно, новая система заработает не так и быстро. Но если вы собираетесь в Штаты, на всякий случай все-таки перепроверьте записи у себя в Фейсбуке, которые вы написали, думая, что это прочтут только друзья. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».